Ну, наверное, улица Екатерининская одна из самых часто посещаемых улиц города туристами нашими. Это очень важная артерия, которая параллельно с улицей Решельевской и Пушкинской позволяет центр города, из центра в сторону железнодорожного вокзала, а дальше в другие концы города, жителям города и гостям города продвигаться. На улице Екатерининской последний раз капитальный ремонт наружного освещения проводился не менее 35-40 лет назад, когда были установлены на тот момент, наверное, очень красивые, очень новые светильники с натриевой лампой мощностью 250 Вт чехословацкого производства. Светильники большие, светильники тяжелые, но они хорошо светили в то время. За это время в негодность пришли отражатели на светильниках. Почти ни на одном из светильников не осталось стеклянных колпаков. Дросселя, которые были установлены в этих светильниках, многие пришли в негодность, требовали ремонта или замены. Силами работников предприятия КП «Одесгорсвет» по текущему содержанию наружного освещения улиц города проводится замена старых неэффективных светильников, которые отслужили свой срок как минимум трижды, на другие светильники, которые позволят освещать более экономично и более ярко улицу Екатерининскую. Эти светильники уже со стеклянными колпаками, с хорошими отражателями, и светильник мощностью 250 Вт старый мы меняем на светильник мощностью 150 Вт, практически без потери в освещении, даже лучше. Если кто-то был на этой улице месяц назад и придет на нее посмотреть сегодня, работы начаты от Екатерининской площади, где наибольшее количество посещений людьми, то, наверное, он удивится, увидев, что на тросах висят другие светильники, ярче светят, лучше освещают.